свята церква – це тіло Христове. Отже, працює вона як єдиний міцний організм. Програма «Під покровом Богородиці» розповість про те, чим живе та дише Запорізька єпархія. Здравствуйте! Сегодня гость нашей передачи Светлана Бархович. Она возглавляет методический центр при епархии. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Ну, расскажите нам, что делает ваш методический центр, чем занимается, какую несет на себе работу? Работу несет очень важную. Сегодняшние дети, они завтрашние украинцы, те, которым... Граждане Украины, да? Да, те, которые будут работать и развивать нашу страну. К сожалению, сейчас воспитанием практически никто не занимается. Ни семья, ни школа, и кому-то надо этой очень важной задачей заниматься. Поэтому у нас при епархии был создан методический центр 1,5 года назад, вот, который я и возглавила, и занимаюсь этой работой. Ну, собственно, Светлана, можно у вас спросить, как вы воспитываете новых этих детей, новых украинцев? Духовных. Да, как есть методы такая... воспитания, правильно так сказать, наверное. Как говорится, не дай бог вам жить в век перемен. Вот нам выпала такая честь жить именно в век перемен. И сейчас, наверное, только ленивый не говорит о том крахе идеалов, ценностей, который произошел после развала Союза, и родители и педагоги разводят руками. Что на каких основах воспитывать детей? У нас нет национальной идеи, которая объединяет вот всю нашу украинскую нацию. А как? А зачем быть хорошим? И вот даже сейчас детям больше нравятся отрицательные персонажи. И играют они с большим удовольствием именно отрицательных персонажей. Вот вы знаете, когда я училась в университете, у нас преподаватель приводила такой пример. Она занималась методикой сказок вот с детьми. И вот она поставила нам такую задачу. Я, говорит, рассказывала сказку и спрашивала детей, а кем вы хотите быть? И вот одна девочка говорит, а я хочу быть лисичкой. А почему? А лисичка хитрая, это помогает ей выжить. Вот вчера вечером мы смотрели телевизор, и я съела конфету. А мама спросила, а кто съел конфету? А я сказала, братик съел конфету. Вот и лисичка. Вот и лисичка, да. И, говорит, мои какие-то призывы к тому, что это нехорошо, на девочку совершенно не повлияли. И она перед нами, как перед будущими педагогами, поставила задачу. А как бы вы объяснили девочке, почему это нехорошо? И мы задумались, начали предлагать разные идеи, как это, значит, эту лисичку исправить. Но, честно говоря, мы зашли в тупик. И вот тогда я по-настоящему поняла, что воспитывать нравственность можно только на религиозной основе. Когда-то Джордж Вашингтон сказал, не тешьте себя иллюзией, будто мораль возможна без религии. Это действительно невозможно. А православие, оно является для нашей страны такой вот основой. Действительно основой, да, и, можно сказать, национальной идеей. И именно только на основах православия можно и воспитывать детей. Света, вот такой вопрос. Часто я слышу от преподавателей фразу, ребенок, который ходит в храм, который с родителями молится, который уже воцерковлен, он отличается от всех других детей. Он адекватен, он слышит преподавателя, он может уважать, он может понимать, он может сочувствовать. А вот какая система именно у вас при воспитании деток? Ну, я уже сказала, что я глубоко убеждена, что воспитывать хорошего человека, настоящего человека. Это воспитывает, значит, настоящего христианина. Это только на основе православия. Более того, православная педагогика — это педагогика воцерковления. Вот вы сами сказали, что ребенок, который ходит в храм, он как-то работает над собой, над своей душой. И не сам работает, а уже с Божьей помощью, правильно? Конечно. Не полагаясь конечно, только на себя, конечно, а на Бозеньку. Да, да. А в этом ему помогают родители-педагоги, которые находятся рядом с ним.
которые тоже идут туда тоже же. Работают над собой. Да, 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 без этого, конечно, невозможно. Обучение в воскресной школе, оно специфично. Это необычная школа. То есть вот ребенок отходил 5 дней или 6 дней в школу, вот он просидел вот так вот, значит, за партой. И вот он приходит в воскресенье, он уставший, и опять его за парту. Будет ли он слушать? Сомнительно так. Поэтому я глубоко убеждена, что обучение воскресной школы должно быть таким вот, ну, иметь такой какой-то игральный компонент. И мы должны ребенка, воспитывая, учить и играя, да, тоже воспитывать. Вообще воспитание – это приоритет воспитания, это один из принципов православной педагогики. Вот поэтому нужно, чтобы ребенок вот запомнил это, чтобы для ребенка посещение воскресной школы было праздником, именно праздником, чтобы ему хотелось туда идти. Вот вы знаете, как-то прочитала такое вот притча, значит, ребенка спрашивает, а почему ты ходишь в воскресную школу, которая так далеко от твоего дома? У тебя же рядом вот храм и воскресная школа. А он говорит, а меня там любят. И вот это вот тоже вот должно быть один из принципов. Вся вера-то зиждется на любви. Конечно. И слава Богу, если воскресная школа дает ребеночку. Я просто хочу привести пример, когда маленькая девочка сказала, я не хочу ходить в школу, я хочу ходить в воскресную школу. Ей там интересно. Девочка, которая была как бы, ну, я не скажу, что она очень послушная, даже считали несколько такой балованной, а нет. Она вот ну, значит, ей повезло, в этой воскресной школе работали очень хорошие педагоги. Особенно со взрослыми детьми, с подростками. Это просто должно быть какое-то дело, которое должно бы их объединять. Вот, и только вокруг этого дела вот, попутно можно как-то вот их ну, учить каким-то основам православия. Ну, а вот ваш методический центр, который находится при епархии, чем еще он занимается? Вот воскресная школа, еще вот где-то вот все-таки работа ведется? Вы знаете, когда я пришла вот работать только, работа всех воскресных школ была очень разрозненная. Вот каждая воскресная школа по себе, вот как у нас на клиросе говорили, как умеем, так и пеем. Вот каждый как-то барахтался, как-то пытался вот что-то выплыть. А в основном это было все на энтузиазме. То есть, да, энтузиазм, конечно, здесь очень подспорно, потому что без него никак. Но вот в основном вот последние 20 лет в основном строили храмы, а как-то на воскресные школы не сильно обращали внимания. И в основном в воскресных школах были педагоги, которые не обладали достаточными знаниями, а вот просто работали по послушанию, во славу Божию. И действительно перед этими людьми хочется и преклонить колени. Они действительно сделали очень много. Но сейчас ситуация изменилась, и сейчас пришло время работы профессионалов. Поэтому вот один из приоритетов моей работы, я считаю, это работа с педагогами именно по повышению их профессионального уровня. Поэтому семинары, которые у нас проводятся раз в квартал, я стараюсь построить так, чтобы не только дать какие-то методические материалы, а просто вот как-то направить, что педагог должен знать, прежде чем идти на урок вот, в воскресную школу. С появлением методического центра появились и межепархиальные мероприятия, которые стали вот объединять все воскресные школы. И вот первый раз мы собрались, и оказывается, все такие разные, все такие вот как-то не похожи друг на друга. Вот интересно, в этом году был проведен проект «История наших храмов». Каждая воскресная школа писала книгу о своем храме.